Сейчас на ваших экранах настоящий рукопашный бой спецназа. Похоже на каскад трюков. Но посмотрите в замедленной съемке. Это ведь физика, которую мы так торопились забыть после школы. А значит, хорошее образование и годами тренируемый мозг для спецназа куда важнее пудовых кулаков. Вот хотя бы самое простое, но придумать такое разве доступно зомбированному головорезу? Бросил его. Куда я один раз? Это занятие нам разрешили снять только потому, что одновременно его демонстрировали инструкторам американского спецназа. Ну и показывали поэтому не все, лишь азы. Но и эти азы шокируют. Я потихоньку сейчас наступлю. Я боюсь его просто сейчас нарушить здоровье, больше ничего. Шаги. А это вообще не хотели показывать. Искусство элиты – бесконтактный бой. Можно не верить. Нам никто ничего доказывать не собирался. Они это уже проверили в бою. Вот так можно 15-20 человек. Как ни странно, такое искусство доступно любому человеку. Поэтому методы обучения держатся в строжайшей тайне. Допуск к ним – это уже принадлежность к элите. Американский морской пехотинец не верил в реальность происходящего. И вот так просто ему теорему нашего спецназа доказали. Система обыска. Руки у меня свободны? Свободны. Беру автомат. Алло, ошпаренный, ты что ли? Такая ситуация случилась, короче. На дороге вступился каким-то. Это лишь малая толика их арсенала. Годы тренировок.